Музыкальный критик Олег Кармунин опубликовал список песен, которые запретили пускать в эфир на одной из российских радиостанций. В их числе оказались песни Аллы Пугачевой, Леонида Агутина и братьев Меладзе. Всего в списке более 200 запрещенных песен. Среди них есть композиции не только Пугачевой, Агутина и братьев Меладзе, но и песни Верки Сердючки, Наргиз, группы «Время и стекло», Макса Барских и других знаменитостей, которые покинули Россию или выступили против СВО. Отдельно Кармунин выделил запрет композиции Софии Ротару. По мнению критика, причины такого решения не совсем понятны. Также порадовал бан песни Наташи Королевой «Киевский мальчишка» и кавера Леонида Агутина «Шаланды полные кефаля». По понятным причинам. И еще, отдельной строкой, нельзя ставить песню комбинации со словами «American Boy, уеду с тобой». «Москва, прощай». Это трогательно, добавил музыкальный критик. Ранее Илья Резник рассказал, кто будет исполнять хиты Аллы Пугачевой на его юбилейном концерте.